Сейчас вам сегодня вам покажу, что Урал пишет всяких китайцев, нахуй эндуро и вся такая хуйня. Скрэмблер из Урала. Вот Урал, короче, и мы просто берем вот так вот, поворачиваем ключ. Сейчас зажигание, аккумулятор подключен. Вот. Берем просто так вот. Так, еще раз. И заводим его. Охуенный. Рычит пиздец. А теперь я вам покажу, даже кость сцепления. Если на питбайках вы можете выжать сцепление одним пальцем, то смотрим. Блять, как снять. Вот. Мается. Вот. Вот, спокойно даже. Вот. Ау. Если мы его берем, вот так вот заводим с полпинка, и он отлично работает. Здесь это... Бернаут на Урале, прям на доме, на палате. Так, можем почистить резину, она пиздатый звук. И главное, за копейки эндуро стоит от 100, ну, может, 80. Это стоит, ну, можно найти на металке за 6 тысяч. И даже с документами.